Почему не приходят на антирейд? Это какие-то неправильные игроки. Так, я поставил. Ну что ж, ребятки, мы будем рейдить теперь домик по соседству. Еще один. Еще один, да, и надеюсь, что там нас ждет какой-то лут. Наверное, пожалуй, в этот раз мы начнем с бобовочек. Так, Егорка, у меня тоже проблема небольшая. То у меня когда тут турель, не... Не, все-таки она смогла, понимаешь, что-то она смогла. Включай. Да, все, запускаем турельку. Многие, конечно, могут сказать, вот, без турельки не можешь, но, ребят, знаете, турелька, она очень классно помогает. Одна турелька может вам принести больше лута, чем вы с этого дома, например, соберете. Руйди, B16, твоя задача руйдить. Рейдим вот этот дом, у которого, как ни странно, открыт люк. А вон, дом слева, там вообще дверь открыта. Что за дома? О, видишь? Да, видел. Но это, мне кажется, ловушка, потому что она в таком месте стоит, где много людей. Ой-ой-ой, как красиво это, фейерверк. А мне кажется, он просто забыл закрыть, может вылетел, может еще что-то. То есть ситуация огромная. Открыл, его убили, такое тоже бывает. Ошибка многих, когда они не ставят... Подожди. Я даже не заметил, что она затухла и даже не докидала. Молодец. Ошибка многих, что не ставят одну дверь. Сзади движение, кепочка бежит. 36 дал. Бабовки классные. Я хочу, чтобы еще в раз добавили какие-нибудь взрыв-пакеты интересные, чтобы разнообразие было. Слушай, а эта дверь была закрыта, Егор. Эта дверь была только что закрыта, вот там. Уронил. Готов. Ну сколько можно? Ну давай. Вот так вот. Не лезть, аккуратненько. Двери аккуратненько. Дома, там еще дверка. Подожди, нет, стоп, там открытая дверка. Да вы издеваетесь. Может, там весь дом открытый? Всем привет! С вами Бэшик. Давно я хотел провести розыгрыш в честь 50 тысяч подписчиков. Давно, ребят, очень давно, по-моему, еще в феврале. Но я, как всегда, немножечко отложил его в сторонку, думаю, ну вот сейчас я все подготовлю и сделаю. В общем, ребят, тут еще 75 тысяч не набралось, но я думаю, скоро наберется, поэтому в честь 75 тысяч я все-таки его сделаю. Как обычно, условия простые, в группе все написано, заходите, читайте, выполняйте условия и ожидайте подведения результатов. Кстати, я еще и на 60 тысяч хотел провести, но вот так, как оно и получилось. Приветики получают вот эти крутые ребята, Иван Егоров и Кирилл Домокидис. А что касается лайков, просто неизменное число, 2145 лайков. Большое спасибо. А выживать я продолжаю на комплексе серверов Ultimate Rust. На выбор целых 4 сервера. Заходите. Информация в описании под роликом. Я пойду первый аккуратно. Нет, иди первый ты. Все открыто. Сетхом 1, сетхом 1. Так, аккуратно, чтобы ловушек не было. Че, нет, все открыто. Ну это уже по кайфу, я считаю. Кроме шкафа только. Конопля. Плантация, люк открытый, как я и видел. Ткань соберем отсюда. Слушай, классный дом. Дай-ка я вылезу, посмотрю. Давай, вылази. Слушайте, ребята, ну это классный дом. Понимаете, тут все просто открыто. Выбирай, куда рейдить. Смотри, если такой домик у нас, то вот эта дверь куда ведет? Сколько у нас получается в сумме дом-то? 3 на 3? 3 на 3. В центре я думал. Раз, два, три, четыре. Слушай, подожди-ка. Сейчас я посмотрю с этой стороны, это спуск. Это, слушай, вот эта дверь, можем ее пробивать. Либо лево, либо право, там точно... Прямо, либо право, там давай точно право. Что-то есть. Давай право пробивать прямо отсюда, только там лесенку сломаем, будет обида. Баба! Блокировочка капает. О, взорвалась. Раз, о, взорвалась. Ха! Смотри, взорвалась. Ура! Так, плавилки и ящики. Плавилки. Руда, дерево, пустой ящик. Пустой ящик, пустой ящик. Камера, ноутбук, патроны, берданка, пешка. Это вообще невероятно круто. Давай хоть ткань заберем. Это очень топовый рейд. Так, а здесь у нас вообще пусто. А у нас берем еще. Деревца. Нет, там ничего не... Слушай, ну еще прямо дверь, конечно, у меня сомнения вызывает. Но давай-ка с другой стороны посмотрим на этот дом, потому что... Нет, она, скорее всего... Нет, это, я думаю, там все. Ты думаешь, там точно что-то есть. Просто у нас осталось как раз 4 с собой, а потом придется бежать домой. А в ширину дом сколько? 3 блока, да? Так, 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 же такой подхожу, меня просто ваншотает эта турель. Ну нет, такого нет. Слушай, здесь опять начинаются приключения с люком, так сказать, с моторчиком. Здесь пустота. А вот, смотри, это вообще неожиданно реально. Люк ведет
Люк ведет, получается, куда-то вот сюда. Тут я не знаю, я не смог опять же просмотреть. Я там не пойму, там. Слушай, там спит один. Такой средней заряженности, потом получается в этом. В знаках. Я больше не вижу пока ничего. Может, я хочу дверь просто понять, есть там дверь или нет. Давай, тащи бобов побольше сразу, чтобы нам еще двери на 3 хватило. Нам еще и люкс носить. Кстати, можно 2 ракеты взять? Да нет. А подожди, смотри, если там все-таки двери будут в разные стороны, как бы тебе это поможет. Возьми 2 ракеты, возьми побольше бобовок и посмотрим просто по обстоятельствам будем действовать. Все взрываются. Да, мы решили, ребятки, вот это, продолжить, потому что не стоит останавливаться на достигнутом, надо прорейдить домик до конца. Шкаф мы, конечно, не нашли. Я думаю, шкаф где-то там вот в глубине, вот я думаю, вот там. Вот это. Или нет? Вот где-то вот здесь, да, возможно, где-то тут шкаф просто. Ну, пробиваться к шкафу, конечно, можно, но опять же, мы не уверены, что он там. Так хотя бы пойдем уже по люкам, по дверкам, может, что-то найдем. Бух, бах! Давай я посмотрю. Давай я посмотрю. Подожди, а вылазить как? Не знаю. Вот это за... О, ну уже хоть что-то, наконец-то, тут есть мало серы. Мало серы. Зато можем переработать много. Товарищ, ты чё так мало-то набрал добра? Так, я беру лесо, Егорка, ты компоненты стакуй. Да всё стакуй, в принципе. Всё, конечно, не влезет, ягодки можно покушать. На память, дружище, на память. А, блин, да не стреляй ты, я мало вообще... ресов собрал, дружище, мало. Зато трубы, слушай, Егорка, ну по трубам неплохо. Мы, как говорится, другие рейды отбили частично. Мы труб забрали много. Так, я беру ресы. Там забираем микросхемки, я вижу, так ящик выбросить можно. Компоненты, то есть такую я сейчас тоже возьму что-то. Там было много этих, брезента очень много. Забрал. Так, кожу не будем пока брать. Ну что же, ребят, получается примерно вот такой окуп с этого дома. Немного камня, дерева было у меня. Я бы так сказал, что это, конечно же, не то, чего я ожидал. Но, в принципе, это уже какой по счету дом. И везде не то, чего мы ожидаем. Тут и серый, конечно, хочется найти. Но, к сожалению, как видите, оно не получается. Посмотрим, что у нас осталось по взрывке. Переплавим, докрафтим. Возможно, что-нибудь еще бахнем. Если найдем, конечно, адекватный дом. Потому что я уже боюсь, честно говоря, их рейди. Они все практически пустые. То есть, обычно бывает в мелких домах что-то находим. А бывает вообще вот такой вот плохой рандом. В плохом смысле слова. Это вылез, тебе везет, а мне тут надо сидеть ждать рейд-блока. Там грибочки даем до конца. А что, ты теперь домой побежал? Конечно. Обманул я тебя, обманул. Так и понял. Прямо вижу за стеночкой один, залут. Нет, мы... Прямо залут, двое. Все, молчим, молчим. Да, я вижу. Справа зайдем за ними, справа зайдем. Давай. За домиком. Вот там... что, ты это видишь? Стоит, исчез, появился. Спина. Я знаю. Спешки. Так, я тоже не вижу, где они. Подожди, не спеши. Я не вижу. Стреляй. Забрали одного. А что, ты второго не забрал? Второй готов, все, уронь. Во! Ай! Кепка опасная, Егор. Кепка опасная, она могла нас убить. Там еще забыли слева, в том доме. Ой, мне больно дали. Мне очень больно дали. Лутай. Я прикрывать буду на расстоянии. На крыше. Лутаю. Там тролль стоит на крыше, к нему не подойдешь. Просто лутай. Давай, у меня гранаты есть, у меня есть эфки. Я лучше отойду подальше. Так. Он может сейчас выйти к тебе. Че себе тут ледорубов? Ледорубы нам не нужны. Бери оружку. Бери патроны. Эфки сломанную брать, что ли? Сломанную. Голову дал ему. Тут нет ничего больше. Пипец, просто, тут... ничего. Просто в этих ребятах ничего нету, а они с чего-то стреляли в нас. Калаши там, не? Это такое себе. Такое себе, да? Слева залутый, возвращайся ко мне, слева залутый. Слева вдоль идет. Да-да-да, давай. Давай ко мне, Егор. К дому, давай. К дому. Давай. К вот этому. Давай. Нам идут двое, как пошел, минимум. Пошел. Да-да-да. Горит, да? Да нормас. Там сейчас будут заходить с этой стороны. Не спеши принимать. Я бы дальше пошел твоим. Не вижу. Дал! Много каждому дал. С этой стороны. Минус зовут. Еще один. Ничего не дал. Живу. Тут у меня калаша вообще не летит. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Меня что бьет? Не разве, отойди от него, отойди. Там еще бегу с другой стороны. Живешь? Живу. Граната пошла. Не знаю зачем, но она пошла. Да я вижу. Право могут обойти. Уходи. Все кончилось.
Так, на режим экономии переходим. Да, я уже. Вон бежит, вон. Хит дал. Справа еще один. Да как он стреляет больно. Мне он не нравится. Два патрона, все, ноль патрон. Это на чем у тебя? На калаше. Предлагаю сюда. Давай, быстрее, пока есть шанс, отретируемся. Быстрее, быстрее, давай за мной. Чего? Все пули вспышки прямо на меня? Куда? Не знаю. 28. Давай в укрытие за мной лучше. Садись, 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 садись. А, вот за домик перебегу. Справа еще. Ах ты, шо-моё! Егор? Живёшь? Живу. Ну плохо. Два бердалки. Две бердалки, две бердалки. Жми по ним, жми по ним. Отходим дальше, отходим дальше. У меня всё, у меня сейчас Томпсон сломается. Ого. Что такое было? Так, давай обойдём на нашей территории, будет проще. Просто ничего нет. Егор! Егор! Сидер завис. Я понял. Все, вправо. Калаш возьми, или патроны там что у него есть, я не знаю. Патроны дай. Ой, у него все есть, у него сера есть, все есть, Егор. Все забрал. Все ценное беру, бинты беру. Бедро, топор возьмем, корпус. И бинокль для тебя. Где он? Томпсон сломался. Уходи. Хорошо, хорошо, готово, готово, идем дальше. Зачекаю. Егор, полный ресов просто. Полный? Ну, ты того тоже лутал? Того тоже, спальник возьму у него. Все, теперь домой точно, уже просто некуда. Дверь открыта впереди. Забираем, просто некуда, я знаю, я понимаю, что там здесь труп. Ой, что я скинул? А патроны там у тебя. Ой. Патроны? Еще все, у меня бинтов на бинтов. Я вязаться буду ими. Так, смотри по сторонам. Пойдем теперь слева. Такое, такое. Этот вот этот калашников внутри сидит и всех убивает. Вон он. У меня гранаты есть. Давай. Отсюда? Да. Я ни разу не попал. Один раз 23 дал. Если в дом запрыгнуть, мы можем просто его закидать. Там вон, смотри, сколько ресурсов валяется. Че тут? Коля. Капкан слева. Нет, это его не дом. Вот я дом. Осторожно подхожу. Издалека. Нет, он за домом. Уже ли сзади? Пол сзади. Вижу, я вижу, он там за печкой. Я кинул гранату. Минус один, бэшик. Еще там же, там же, там же. Все, минус два. Добей того, еще лежачего. Ну ладно, похер. Ты сам живой, нет? Будешь или не будешь рисковать? Я лежу. Кепка бежит. Тёртый, Егорка, сразу на меня быстро. Калаш, бери сзади тебя. Все, я назад ушел. Уходи, уходи, уходи. Так, что это? Синса подбегает. Бежит. Убил? Убил. У меня Синса. Че тут? Так, где-то, где второй был? Подожди, калаш валяется. Я одного убил. Так, забирай, забирай, забирай. О, еще один валяется. Ягоды, где патроны. Вы? Слушай, пора уходить отсюда, все. Хорошо, забрали. Броня есть, все хорошо. Так, жди гостей, сейчас придут. Я взял калашей себе несколько. Хил дашь? Хил? Хил, хил. Тут на, хил на. Хила мало. На тебе еще ягод. Все, отходим. Мне калаш, это... Возьми ягоды. Уходим отсюда. Взял. Подожди, тут много добра может быть, но мы не несем все это. Стой, тут еще есть. Прикрой, сиди в этой яме. Кто еще есть? Сейчас. Вот тут два типа я убил. Плюс Томпсон. Ничего себе ты нам напритащил тут. Еще очень много, поверь. Ладно, не будем. Это никнейм скажи свой. Мы это сделали. Так, давайте, ребята, посмотрим. У меня, значит, мой калаш и 4 калаша сверху. Пешка. Немного дерева вынул с того дома. Брезент не забрал патронов, нормально. Топ броня, шприцы, это мелочь на самом деле. Подожди, калаша точно? 4 калаша, да. Ну, броня, в общем, калаши такое. Горят камень с собой. Берданки, Томпсон, пайп, шотган, двойной шотган, камера, пешки, броня.